реки, озера и водопады. Захватывающий отдых в живописных местах можно организовать на Южном Урале. Приятный бонус внутреннего туризма – ценник. Стоимость тура под ключ стартует от 4000. Сюда включен трансфер, еда, прокат катамаранов, специальное снаряжение и услуги гида. Ай славится своим терпеливым нравом и отсутствием порогов. Катамараны на воду, весла в руки и вперед. Так, ровно опускай. Раз. И когда никто Раз. Не видит, можно ничего не делать. Раз. Вот как я сейчас. Одевать обязательно обувь, особенно на горных речках. Обязательно обувь должна быть. И обязательно спас-жилет. Если это только не санкционированное купание. Вот. Потому что если мы купаемся, мы обычно выбираем места, какие-то пляжные, где хороший берег, хорошо. Мы знаем, где там нет камней или камушки какие-то мелкие, чтобы это не привело к травмам. Путешествие по Лунной реке начинается от поселка Межевого, что находится в Челябинской области, до села Алаклы в Башкирии. Величественные айские притесы на левом берегу реки – это скальная гряда высотой до 80 метров. Первая остановка – гидротехнический тоннель реки Каменка. Раньше он отводил воду из зоны добычи бокситовой шахты «Кургазак». Шахта давно забыта, но чтобы увидеть искусственный водопад, сюда съезжаются толпы туристов. Правый берег реки Ай прославился Кургазакской пещерой. Общая длина ее ходов – 530 метров, а глубина – 16. Спуститься стоит, чтобы увидеть многолетний подземный ледник. В пещере три больших зала – голубины, энтузиастов и молчание. Ребят, посмотрите только на эту красоту. Это легендарные сухие водопады, древнейшие полеводопады. Высота их от 3 до 8 метров. Когда люди сюда пришли заселяться, да, там есть несколько вершинок наверху, пещерок наверху. И, естественно, тут были всякие разные легенды о том, что в одной из пещер там скрывалась какая-то девушка, которая сбежала от своего отца, который хотел выдать ее замуж за нелюбимого ею человека, за старого и богатого. Естественно, тут сидела, плакала целыми днями, наплакала целое озеро слез, которые потом стекли здесь. За уикенд вы проплывете 42 километра на катамаране по Лунной реке. Зайдете на 8-метровую вершину легендарного сухого водопада. Спуститесь на 16-метровую глубину. Посетите 12 красивейших мест. Но чтобы увидеть своими глазами 100 чудес Урала, уикенда недостаточно. Побывав здесь один раз, ты захочешь вернуться снова.